сотруднику органов следствия Российской Федерации. Результаты деятельности Следственного комитета Российской Федерации в качестве самостоятельного следственного органа полностью подтвердили правильность решений, принятых руководством страны. Сегодня в Следственном комитете объединились люди, преданные закону, без остатка отдающие свои силы восстановлению истины и справедливости. Наша работа, безусловно, требует личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принятые решения. И я с гордостью могу сказать, что в нашем управлении трудятся высокие профессионалы следствия, и это позволяет нам успешно раскрывать и расследовать тяжкие преступления, такие как убийства, террористические акты, экстремистские, экономические налоговые преступления, а также преступления, связанные с коррупционной и организованной преступностью. В первом полугодии текущего года следователями управления рассмотрено более 3000 сообщений о преступлениях нашей подследственности. В производстве находилось 1300 уголовных дел. Высокие профессиональные и моральные качества позволяют нам успешно решать задачи по раскрытию и расследованию преступлений. От нашей компетентности и добросовестности зависит, насколько каждый житель Кировской области может быть уверен в безопасности своих близких, торжестве закона и неотвратимости наказания для виновных. Долг сотрудников Следственного комитета находиться в авангарде борьбы с преступностью. И мы приложим все усилия, чтобы система следственных органов Следственного комитета развивалась на основе принципа преемственности лучших традиций следствия. Следственное управление на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции в рейтинге Следственного комитета. И это главный аргумент в пользу того, что каждый сотрудник на своем месте честно и добросовестно исполняет свой служебный долг. И в этот праздничный день хочу отметить словами благодарности наших дорогих ветеранов следствия. Вы заложили основу повышенной ответственности и фундамент профессионального опыта и мастерства. Спасибо вам за добросовестную службу, полную самоотдачу, за ваш бесценный опыт и пример подлинной преданности делу и своей отчизне. Сегодня наши ученики, следователи, продолжают с честью нести легкий груз ответственности перед обществом. И пользуясь случаем, особую благодарность хочу выразить людям, которые внесли весомый вклад в создание музея следственного управления, который только что мы сегодня посетили и окунулись в историю следственного органа. Благодаря вашей кропотливой работе сегодня мы можем окунуться в истоки формирования и развития органов следствия. От всего сердца желаю всем сотрудникам и ветеранам следственных органов, членам ваших семей, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо государства, общества и закона. Еще раз хочу поблагодарить всех сотрудников за преданность служебному долгу. С праздником!